Доброе утро. У нас карта дня 19 ноября. Сегодня у нас пятница, и нам выпадает четверка жезлов. Карта говорит, что сегодня вас ждут радостные известия и удача. Какое-то дело, над которым вы трудились, принесет вам свои первые плоды. Это может быть прибыль, премия за проект или как минимум благодарность от начальства или признание вас окружающими. Во многом этот день можно назвать переломным. Если раньше вы мучились от неопределенности, не зная, в правильном ли направлении вы идете, то события сегодняшнего дня избавят вас от этих сомнений, подтвердив ваш успех. Так что можете сегодня вздохнуть с облегчением, насладиться заслуженной победой и продолжать действовать дальше в том же духе, зная, что вы на правильном пути. Хорошего вам дня!